Виталион повел наши войска на север, далеко за пределы Империи, на край мира. Нашими врагами были скорее яростные звери, чем люди. И даже лучшие легионы Рима не могли их покорить. Зловещие слова Освальда преследовали нас, пока мы погружались все глубже в беспощадную тьму. Там рыщут ужасные рогатые люди. Немногим удается вернуться. Этот форт Глоссоп. Ходят слухи, что это и есть ворота в ад. Место смерти и огня. Боюсь, то, что творится здесь, на краю мира, скоро обрушится и на Империю. Механики, замочите эти шкуры. Антоний, проверь тросы. Атон, закрепи балки. Мы выдвигаемся в 10. Есть. Мы спасем Комода. Они делают чучело только для самых ценных жертв. Он должен быть близко. Мы начинаем атаку под покровом ночи. Не нравится мне это. Что это? Шш. Слышишь? Ничего. Вон там. Да это просто олень. Кто-то следит за нами. Если они хотят драки, почему бы им не показаться? Ну же! Тише! Почему ты так испуган? Мы же римляне! Мы 14-й! Впереди движение! Он сбежал в туман. Я видел! Какой-то зверь! Какой-то зверь на двух ногах! Тихо, парни. Если бы эти твари могли, они бы уже напали. Нет, они достаточно разумны, чтобы бояться Рима. Бегом, парни! Стоять! Я разведаю, что впереди. Засада! Все с поста! Мари! Боги, защитите нас! Должно быть это было! Нужно убираться! Их слишком много! Осторожно! Огненный шар! Мы не сможем их держать! Найди нас!
Ты нужен империи. Я должен найти моих солдат.
Да жалятся над нами боги. Центурион! Господин! Сюда! Спасибо, господин! Мы должны спасти всех! Вперед! Есть! Освободите! Господин, я видел Виталиона! Они потащили его к чучелу! Боги нас не забыли! Боги, я так не могу! Марий спасет всех солдат! Что это? Вот они! Занять позиции! Черепаху! Лучники! На позиции! Я за Скорпионом! Продолжайте сражаться! Пехота! Бегом! Господин, они отступают! Построиться! За мной! Двигай!
Готов, Билумы! Простой! Вперед, ускорить шаг! Щиты! Готов, Билумы! Все готовы! Сейчас! Готов, щиты! Приготовиться! Бросай! Вперед! Силу мы! Готово! Бросай! Стоять! Приготовь! Щиты! Наготово! Шагом марш! Рассыпаться! Рассыпаться! Солдаты! Занять левый фланг! Остальные вправо и ждать сигнала! Есть, господин! Обыщите болото! Наши братья надеются на нас! За мной! Освободите! Освободите! Слава богам! Боже, я так рад вас видеть! Вперед! Еще надо найти остальных!
его, пока он не поджег другую клетку! Посмотрите на размер этих духовин. В строй, солдаты! Держать ворота! Я найду Виталиона! Меня через здесь. О, боги! Слышите мою волну? Не дайте мне страдать!
Солдаты! Берите таран! Сбросьте чучело! Этим займутся военщики. Вы двое. Убедитесь, что раненым хватает воды. Убивать раненых! Ну и верно. Мы заберем с собой оружие варваров. Иногда нужно смотреть внимательней, чем могут глаза. Молодец, Мари. Солдаты! Солдаты! Не стойте там, тупые свиньи! Вытащите меня! Вытащите меня быстро! Я полагаю, это наш славный лидер, генерал Комот? Да, сын императора. Вытащите меня отсюда, тупицы! Это приказ! Ваша победа и ваша честь, Центурион. Да, господин. Давай, давай, долбанный идиот! Дай мне свой плащ! Дай мне свой плащ!